«Зоопатруль» – новый уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Следующий выпуск – 21 февраля в 19:30. Мы расскажем о судьбе домашнего пса по кличке Лимон. Его хозяин уехал в зону СВО, и собака чуть не умерла от тоски.